Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Звук «Х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Люди, чье имя имеет букву «Х», обладают хорошими манерами и воспитанием. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Обладатели этого имени гостеприимны, их дом всегда полон друзей и знакомых. Самым важным для этих людей, безусловно, является благополучие семьи, а наивысшим счастьем – тепло домашнего очага. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Люди, которые имеют букву «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Покровительство Венеры дает этим людям врожденное чувство прекрасного, поэтому у них тяга окружать себя красивыми вещами. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.